Бу! А вот снова я, чуваки, вот снова я. Я так понимаю, что надо сделать чуть потише. Чуть-чуть. Крополя, так сказать. Все. Ну что, недолго поиграем в Майнкрафтик, чуваки. Недолго, потому что уже все старое, немощное, чуваки. Кстати, блин. Ладно, сейчас я поменяю. В принципе, на завтра на Half-Life это тоже надо было делать. Все. Так, ну что? Что тут у нас? Что, поножи? Это сердец, клыки, чеснок. Соль, кровь вампира. Знаете что, чуваки? Я так и не посмотрела. А мы сейчас, значит, с вами вместе посмотрим, чуваки. Кстати, а почему у меня FPS-то так проседают? Непонятно. Интересно, интересно. Так, сейчас мы посмотрим с вами вместе. Чат, чуваки. Так, как стать вампиром? Как же нам стать вампиром? Сейчас посмотрим с вами. Начинается мощь... Так, начинается. Надо ж вам тоже показать. Это значит, выключаем, это включаем. Смотрим, чуваки. Я забыла, реально забыла. Но не было времени Ничего, даже посмотреть. Мы превращаемся в нового, усиленного вампира. Да, лолошка. Давайте рассмотрим вот этих кровожадных существ. Так, рассмотрим. Это я помню. Так, клыки вампира. Это мы уже сделали. Вечер стримчик, Денчик. Пропустит эти три ночи. Так, подождите, он уже восьмой левел каким-то образом. Инкубационный период. Но, внимание, если мы прямо сейчас выбьем себе еще восьмой клык вампира и соединим... Ну, привет еще раз, господин Сталин. Создать себе инъекцию. Меня что ли там бьют уже? Ребята, он теперь не боится солнца, потому что солнце уж... Блин, ну кто меня там издит? Меня что ли издят, нет? Страшно, врубай называется. Сейчас. О, обалдеть! Майнкрафт, можешь, пожалуйста, деньги вернуть? Чел чилит, он устал. Этих клыков вообще чел рядом, в принципе. Целых 8 штук, это целая проблема. Вот видите, сейчас мне вообще не повезло. Кто хочет поздороваться, ладно, можете поздороваться, он вас увидит, услышит. И та-дам! Вампирская инъекция, которую мы опять же используем на себя, время ожидания дико понимаю, понижается. Пятница. То есть мы станем вампиром, например, не за 3 ночи, а примерно за 1. Но мы же не хотим ждать, потому что чё там? Модов, поэтому пропишем специальную команду, которая... Чё там в двух словах? 3 ночи. Вампиризм левел вампир 1. Прописываем и все. Якобы инкубационный период закончился. Ага, прописали. И, как вы видите, проверяй. Вместо сытости у нас теперь появляется... Да сейчас ненадолго, чуваки. Я, во-первых, хочу разобраться, что тут... Тут как дальше вообще? Я так понимаю, что ненадолго, чуваки. Скорее всего, уже это... Сегодня дропнул. Там сложно. Да потому что на данный момент мы стали вампиром первого уровня. Всего их здесь 14. И на первом уровне... Как же ты долго рассказываешь, чувак. Как только мы становимся вампиром, пытается высота прыжка, скорость... Да-да, это мы все знаем. Любое животное. Сразу скажу то, что... Пьем, это тоже мы знаем. У коровы, и она погибает. Вот так вот все. Погибает, скорость, погибает. ХП, высота прыжка и так далее. Мы... Ты мне скажи, да, как мне дальше качаться? Вот с 4 уровня, пожалуйста. Уровня, черт подери, это так сложно. В этом нам помогут склянки. Самые обычные. Склянки, это мы уже все сделали. Кровью.
Да, кровью. на пол. Мы продолжаем искать животных, продолжаем у них высасывать эту кровь, пить. Пощел его переозвучат. Пузырьки тоже пополняются, вот видите? Nee. Он наполнился, вот так-то. Что мы делаем? Он даже не в состоянии, наверное, переозвучивать, далее чуваки. Берем немного железа, снова пузырек и три стекла. Создаем алтарь, в который выжимаем. Да что вы? Второй уровень. Это мы тоже сделали. Второй, третий, да, регенерация. И на самом-то деле тратится всего лишь половина алтаря. То есть мы сейчас можем его еще немножко заполнить, потом снова кликнуть правой кнопкой мыши, снова разлетятся эти кусочки. Если вы думаете, то, что таким образом можно прокачиваться бесконечно, то нифига подобного. Издит меня, а? Четвертый левел. Вот, четвертый. А потом все, да. О, все, это нам надо. Потому что теперь нужно переходить к инфузии. И ага. Прежде чем мы все-таки начнем переходить к инфузии, я хочу вот что сделать. Мы сейчас включим солнце. Огромное спасибо. И попробуем пройтись. Что же произойдет? Блять, читер, чуваки. Я тоже так умею. Наверное. Там, во-вторых, слабость, и в-третьих, нам будет наноситься урон. Не по одному, не по два сердечка, а аж по 3,5, пока мы не зайдем в тенек. Так что, ребят, если у вас 4-й уровень вампира, то бойтесь. Привет, солнца, Демиса. Иначе вы умрете. Если вы еще 3-й уровень, то на вас будет накладываться тошнота. Да понятно, ты мне скажи, как дальше качаться. Что же делать? Как нам пережить этот день по-быстрому? Для этого существует гроб. Вот самый обычный гроб, который крафтится из досок. Смотрю, как качаться дальше. После 4-го уровня. Всё. Никаких проблем. Наступила ночь. Вот так мы по-быстрому переждали день. Фух, идем дальше. Инфузия. Ну, вот. Как же нам воспользоваться и прокачаться до 5-го уровня вампира? Давай. Все просто. Нам нужны человеческие сердца и непонятные стойки. Я правда так и не понял, что стойки? Это такое. Стойки? Они, во-первых, из каменных кирпичей, а наконечники наверху с помощью железа и железного блока. Сам алтарь инфузии из обсидиана и двух золотых стрелков. Блин, это надо сделать. Давайте, наверное, сделаем, чуваки. Да кто меня постоянно, блин, пиздит? Я вот это вот не могу понять, вот это вот, а? Ну что это такое вообще? Ну что это вот? Ну что это? Давайте пока сделаем сейчас. Оставлю пока вот так вот. Так. С камней... То есть мне пожарить камни надо. Я пожарим. Блин, чуваки, чё тут... Я не понимаю, а где, куда делись все мои алтари? Где мои алтари, алло? Так, чуваки, я сейчас... я и так как бы задушена вот этим всем. Если еще такая канитель, то я вообще, блин... Да... Чинить. Чего чинить-то? Че чинить? Типа, а ты хочешь сказать, что они сломались? Стрим чини? А в смысле? А что не так с ним? Давайте вот так сделаю. Вот так. Я не думала, что типа... Оу, я не знала. Тихо. Так, чуваки, давайте признавайтесь, где мои, во-первых, алтари, это первое. Если не признаетесь, все, я психую и дропаю. И захожу только с другой уже сборкой. Все, и так, блин. Где? А? Где? Писюну. Блин, чуваки. Ей-богу, ну че вы, короче, все, я сейчас психану. Сейчас психану, реально.
Хватит быть тут такой умной. Деприват. Да я, блин, не хотела делать приват, потому что думаю, ну смысл тут делать приват, если тут, по сути-то, надо сосать кровь и все. И все. Понимаете, вот в чем рофл. Короче, ясно. Все. Чуваки, я иду. Че это, что за скин, не знаю. Это вот спроси у господина Куку Блэд. Идем, значит, в Half-Life. Идем в Half-Life, значит, чуваки. Вот и все, блин. Ну что такое, блин? Зашла, значит, такая. А тут, блин, похозяйничали уже. Ну что это такое? А? Как это назвать? Ой, еще в Half-Life первый запускаю. Ой. Первый Half-Life еще. На своем сервере в городе одиночестве. А ты не хотел бы с нами поделиться? А что за сервер вообще? Вообще надо... Все, чуваки. Надо, короче, делать такой надолго сервер, во-первых, чтобы мы все зашли, как обычно, хотя бы вон, как в прошлый раз, месяц поиграли, чтобы и был смысл и приваты делать, и все дела, блин, делать. Чё хотел написать? Скажите, как назвать свой трим? Ты расстроился? О, давайте сейчас вот с Аней погрузим. Закут ушел, поэтому я больше не хочу там играть на этом сервере. А, ты из Закута? Нифига себе, вы слышали? Вы слышали Саню? Да. Сложность. Да, во всем Закут виноват. Да, Закут виноват, да. Взял, дропнул, устал и все. Да, поставь, ну, сборку, блин, чтобы уж... Вот чтобы... И причем такую? Саня, иди ко мне, а? Тебя там завлекают уже. Тебя там завлекают. Сейчас халфу за... Сейчас, надо ж выключить этот. Ой, все зависло. Все, отвисло. Вампиры эти, оборотни, блин, чуваки. И так, блин, сидел там, пытался, пыжился. Half-Life, видно? Чуваки, видно? Видно, вот это я понимаю, Диа, а? Да зачем? Смысл приватного это? Просто приват сам нужен. Я просто не сделала приват, потому что думаю, что... Ну, подумала, что все равно недолго будем играть здесь. И смысл тут привата, если в основном там сосать кровь и все. Больше ничего. Не, 1.16.5, наверное, пока еще рановато ставить, чуваки. Ой, а где это я? А как это мне? А как проехать? Нифига из гонки, да? Сюда надо проехать, я знаю. Где он, сука? Давай, блин. Ага, хрен там плавал. Расстреливаю рекламный... Сука! Что за разброс, чуваки? Ну тоже ничего себе. Ничего такая это. Смерть. А я не проеду, да? Чё, прям не проеду, да? Подождите, надо привыкнуть.
Ай, блядь, это что, на меня идет? Пошли вон! Чел, чел! А, хорош, F5. Сюда, блин. Тихо, тихо, тихо. А вот эта штука не хочет от меня отвязаться? Все нормально, чуваки, все нормально, пацаны, пацаны, все. Все в норме, все в норме. Блин. Тихо, тихо, тихо. А чё так? Не поняла, а бы. Так, все, сейчас, сейчас как сделаю, блин. Вот это срань! Какая кровопотеря? Чем они меня херачат, что так... Да капец! Сюда идите! Сюда идите. Идут? Че, сучки? Че, сучки? Ау! Система жизни без... А что ты спросил? Блин, ну подожди, тут не так все просто. Подожди, тут не так все однозначно и просто. Тут думать надо. Нет, конечно. Ну, в голову еще прицелиться надо. Понимаешь? Ну ты как это? Подожди, я не понимаю. Я все, я психанула. Ага, нет, подожди, не психанула. Это чё за херня вообще была? Это чё за хрень была? Не дай думать. Два параллельных явления? Ты не прав. Я умею думать. Да как так, алё? Они сдохли сами? На! Вот это ты незаметный, чувак. F5, блин, все. Система жизнеобеспечения включена. Умей думать и думать как нормальный человек. А я тебе что, не нормальный человек, а? В смысле? А кто? А кто? Давай, расскажи. Так. Заваруда? А что за заваруда? Это что такое заваруда? Скиньте в этот, в Дискорд поставлю. Давай, Демисет. Крик Дио, типа The World, не Заваруда. The World. The World. Вот это что ли? Чё, всё? Всех убило? В натуре, походу. Чё, всё, что ли, реально? А вот это никак не открыть? Что, никак не открыть? Подождите, не может такого быть.
сабах, смотрящих за ворудо. Я еще в сабах не смотрела. Расистка с японского такая. После же это самое того. Еще пей это за сервер. Сейчас выпью. Только сейчас... Блин, чуваки, вы что-нибудь понимаете? За сервер, чтобы все было хорошо. Что-нибудь понимаете, что мне надо сделать? Непонятно, чуваки, а что? Столкнуть! Столкнуть вот эту срань, подождите, столкнуть! Если я, допустим, вот так сейчас сделаю... Что-то не особо сталкивается, может вот это, типа? Ну да. Все, поехала. Давай, давай. Во! А вы говорите, Лида не умеет думать. Ну давайте, что вы скажете на это теперь, а? Что вы на это скажете теперь? Чуваки. А вот этот вот сервер, Пейнар, ты еще здесь? Вот что там вообще есть? Что там присутствует? В двух словах. Нормально бы человек. Нормально бы человек вообще бы не догадался этого сделать. Сука. На. Ну, моды в двух словах. Угу. Ну, в принципе, логично, да, да. Окей. А вы в курсе, что три слова — это два слова? Вы в курсе? А? В курсе? А, блядь! Обнаружена кровопотеря. Нахер так вы... Зачем он это сделал? Зачем так пугать старую пожилую женщину? И где он? Куда теперь смылся-то? Нихера ты убежал, чувак! Братюню своего проверять пошел. В смысле? Где? В смысле? Откуда? Ну ты в курсе, что 9 слов это 2 слова? Нет, нет, так не работает, так не работает, мага. Знаю, приключение исследования данжиков, миры с боссами. Ну, звучит как круто, круто звучит. Это крик амазонки, чуваки, без него никак. Че, все что ли? Это и все? 900 слов это тоже 2 слова. Нет, мага, это тоже так не работает. Ты сначала, ты вдумайся. 2 слова. Два слова. Дальше. Это три... Блин. Это три слова. А? Нет! Нет!
два слова тире, тире. Это три слова. А? Что с Майном? Закут, там уже ставят новую сборку. Попей водички, сейчас попью. Я просто зашла в Майнкрафт, увидела, ну точнее ничего не увидела из того, что у меня там было. Ну как, алтари не заметила, вот эти все, что я делала и так далее. Вот, психанула и вышла, и сказала, все, давайте следующую сборку. Два слова — это два слова. Нет! Нет, это ты не понял вообще все соли, мага. Да нет же, это так не работает. Вот напиши, вот слово-слово. Два слова тире — это три слова. Вот прям слово в слово пиши. Сейчас возьму это. Что за пук? Чё мне пукает тут постоянно? Так, я что-то кого-то взрывать, кажется. А, ну да, я помню, точно, я взрывать тут, по-моему, должна. Ля, что творится? Два слова, два слова. Ай, понятно, блин. Мага не выкупил магию слов вообще. Вообще не выкупил. Да ёшки-матрёшки, а как мне залезть-то сюда? Ну так, что ли? Ну это тоже упадет, скорее всего. О! И это ставить после тире глупо. Ну а почему тогда, когда объясняют какое-то слово, там, допустим, блин, не знаю, там, жопа, тире, это часть человека. Всегда так пишут. Типа тире и это. Типа как пояснение. Блин, простите, извините, я испугалась, простите. Я сама охерела, простите, извини. Я не специально, но я очень усралась. Простите, все, тихо, я больше не буду. Я очень усралась, я его не ожидала здесь встретить и увидеть. У меня уже булки расслабленные были. Блин, слышите? Вот эти вот срани надо делать вот... Да нахрен ты этой сранью тут закидал? А зачем я с ним дерусь, в принципе, по кассике? Наберешь. Тире должно заменить это. Ну вообще да, ну блин, алло, а вы когда смотрите вот эти вот всякие, типа, расшифровку слова, как это называется, пояснение слова, там же всегда пишется тире и это. Ну не знаю. Как минимум, в моем детстве это всегда было. Ну, это сейчас, наверное, но в мое время, когда я училась, всегда ставили тире и это. Типа, понятное дело, что тире это уже подразумевается как это. Никто так не пишет. Ну, это, блин, вы так не пишете, а мы так писали. У-у-у, я сейчас пойду. Я сейчас как по... У-все. Я сейчас... Термины. В истории. Или же это?
Сука, где оно? Три слова, это два слова. Да. Да, да. Да, Денчик. А, ну я неправильно, значит, сделала. Да, три слова, это два слова. Словарь научных терминов. Сюка, у нас писала, отвечаю, писала. Я отвечаю, блин, я, блин, мать, я вызываю мать, короче, вызову мать, пусть она мне сфоткает все мои, короче, учебники. Раньше так писалось. Это сейчас мод пошла какая-то. Вот это вот ваша вот мода, вот это вот непонятная пошла. Все, не мешайте играть. Ну и все, блин. Ну и все. А я как будто вас тут учу чему-то. Просто говорю. И вообще, и все. А, все. Я не слилась. Я буду звонить матери, все, буду звонить потом. Я отвечаю, было. Я не помню где, но было такое, блин, в книгах истории, что ли, блин, это было. Вики редактируют... Неправда. Вики не редактируют люди с 50 плюс годиками. Не-не-не-не. Там редактируют как раз-таки вот ваша вот эта вот вся молодежь. Вообще, я не очень особо уверена, что мне сюда надо. Да, мне сюда и не надо. Ага, Баррер. Баррер стоит. Таблетки привет. Блин, чё вы начинаете? Чё сразу? Показать, что за мотор на этой баге? Ну, потом как-нибудь покажу. Это он выбрался оттуда? Это он оттуда выбрался? Нет! Внимание! Крови обнаружено. Всё, помер. Вот и помер дед Максим. Обнаружены легкие ранения. Так, F5 по этому поводу сейчас, чувак, еще. Ах ты ж падла. Ах ты ж срань. Ну шо это вообще? Блин, Дэнчик, ты думаешь, в это время что-то вообще понимали за мотор вообще? Мне кажется, когда делали игру, сделать мотор там какой-то, блин, это было последним в их планах. А, нет! А, нет! Все, все. Все, чуваки, все. У меня зрительная память очень хорошая, так что меня не переубедите. Такое было в те времена, когда я училась в шкиле. Так, я сейчас буду драться, я сейчас буду биться. Кто там пшикает? Подождите, тут кто-то есть. Что, меня на войну собирают. А,
все, думайте, что хотите, чуваки. Меня не переубедить. Я вам отвечаю, чуваки, отвечаю. Было такое, было. Короче, давайте будем ставить ставки, кто пройдет сборку первый и будет жаловаться, что или кто пройдет какую-то фигню и будет казаться, что у нас сборка багов. Так а вставку на что ставить-то? Кто будет этим человеком? Бляха, муха! Болота. Так, все, уже кто-то идет и лезет. F5 по этому поводу. Уже дрожит. Поезд едет, минус баги. Блин, а как мне это сделать-то? Я ж рипнусь. А, нет. Никиту, я ставлю... Блин, мне нельзя оглашать, потому что Зикут это сделает назло потом. Я бы поставила на Зикута, что это будет именно Зикут. Блять. Простите, извините. Так, я драться биса вообще буду. Тут повсюду эти. Кто, блин? А чё ставите на Никиту? Если... Никита не так часто... Не так часто присутствует на этих всех сборках. Понятно, но вы же спорите на то, кто первым будет, а не кто стопудово засрет. А давай, чем будешь, а? Так, поехала. А! Ты чё, сука? Так, стену я расстреляла, как минимум. Уже неплохо. Ай, кто? Ты чё, обалдел? А как они не с... это... жопой до миссета? Кстати, у меня так и висит жопа Зикута. Он так ее и не отправил. Где они разговаривают? Опа. Почта России просто долго идет, но не настолько долго, Зикут. И у меня уже вещь с Алиэкспресс какая-нибудь приехала раз 20. Так, а где я оказалась? А где я оказалась? Где я очутилась-то, а? Щука! Вы охерели! Вас как много-то! Ой, я пошла, братаны. Пока. Она расстреляна, чуваки, вы в безопасности. О,
Здоров. В смысле 5-4-3? Отчет был до чего? А-а-а! Ты чё, охренел? Кто? Откуда? 7 хп! И как играть? Никак. Заново. Мятеж, мятеж, мятеж. Ой, где-то, где-то! Я слышала ее. Сучка, вот тут где-то сидит. Инфосотка. Будет выходить? Ты что думал? Собака. У меня же гранаты есть. Чуваки, у меня же есть гранаты. Мне страшно. Что за тишье перед бурей? Ладно, поехали. А как туда ехать-то? Подождите, а как туда... А. Ой, книгу когда читала? Я уже не помню, когда читала, если честно, книгу. Я сегодня думала о ней. Здоров. У них тут перекурчик. Я в текстуре какой-то застряла. Ей-богу, надо, короче, это... Гранату. Кто стреляет? Где? А! Обнаружена кровопотеря. Да где еще стреляют? Такое чувство, как будто мне пяточку стреляют. Как будто... Отвечаю! Фу, сдавила его своим интеллектом. О, ах ты ж падла, вон он где! Ладно. Че пойду читать? Вот сейчас возьму и пойду читать. Вот возьму и пойду. И чё тогда? И буду, и пойду. И чё вы потом на это скажете, а? Ну так пойди читай. Ну так пойду. Че, на понт берете? А! Поживете без стрима? Вот вас. О, это мертвый. Вот вас не поймешь. То вы кричите, короче, все, стрим минимум. Стрим минимум по 5, а то и по 7, а то и по 12 часов. А теперь все, вали читать. Что за новая сборка? А Пейнард скидывал ее. Она там, короче, с каким-то прохождением данжиков, боссов, еще с чем-то. Ну это Пейнард тебе лучше объяснит. Ничего себе, 100-100, когда такое было? Чё я выключила? Чё включила? Чё сделала-то?
Это чё? А, вот чё. Мне вот это вот надо, короче, убить. Ай, а? Там еще вот этот вот челебосик стоит. Так, ну мне идти надо по сусекам скрипсти. Там, короче, по дороге везде были ракеты. Мне вот их надо. А! Ух! А! Все, тихо, бежим, 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 бежим. Бежим, блядь! Лестница проклятая! Как можно застрять в лестнице, чуваки? Ну как? Вот у меня с детства проблемы с лестницей. Мне кажется, даже в жизни. Ты чё, сука? Ты чё? Ну блин, ну как он тут очутился? Ну как он тут очутился? Вот куда она полетела, бляха-муха? Ну... Ну вот чё опять? И всё, и капец. Тут невидимые какие-то... Чуваки, блин! Пошел вон! Ни одного бага не было. Да это не баг, это видишь, текстурки я какой-то, блин, застреваю. В голову стрелять. Нет! Куда получается, туда и стреляю. А-а-а! Фух. Есть. Денчик, а ты как будто в голову сразу вот прям вот берешь и стреляешь прям. А? А? Это что, бляха-муха, было? Ракета летит туда, куда ты смотришь? Серьезно? А я думала, она сама наводящая, но когда в нее стреляет вот эта вот штучка, она типа, ну, все. Коленки, блин, а скажи, вот у кого не слабое место коленки? Вот скажи, коленки отстрелил, все, он валяется, он ничего сделать не может. А в голову там можешь и не попасть еще, а по коленку всегда попадешь. Куда дальше идти, кто знает? Мне страшно. Тут это так не работает. А-а-а! Как идти-то? А, вот как идти. Сука! Так, здесь где-то были. А где? Отвечаю, тут были. Были, были. Ёшки, матрешки были. Все, поехали. А! Куда я? А! У! Блять, беги, сука! Куда я прибежала? Блять, куда прибежала?
Так, тихо. Таблетки, все, таблетки съедены, все нормально. Или вы про какие таблетки? Про мои? У меня сегодня таблетки не были в расписании. Все, отсюда гасим его. Гасим его здесь. Все, поехали. Так, тихо. Где он летает? Да ёшкин матрёшкин, залупошкин. Вот этот трупешник, мне еще трупешника не хватало. Так-то. Так, go next. О, земля в иллюминаторе. Будьте здоровы, Александр. Живем, блин, чуваки. Мне кажется, или вторая часть немножко полегче, попроще. А что ж я так прыгнула-то, а? Сильно-то. Очень сильно оттолкнулась ногами. Не, так тоже не пойдет. Ладно, надо, короче, не сигать, а потихонечку, помаленечку. Все, я... Все, тихо, тихо. Паркур 12 из 10, ну да. О. А, видали, блин? Видали? Все, сейчас все будет, сейчас все будет. Сейчас. Тут надо просто, главное понять, вовремя нажать на пробел, чуваки. Вот сейчас. Ой, Так. Опа. Оно. Загрузка. Опа! Челебосики там файтятся, чуваки. Давайте не будем им мешать. Кто выиграет? Опа, вот этот выиграл. Ну ты, конечно, молодец, но тебе придется умереть. На. В смысле, блядь? В смысле? А чё так много-то? А как наверх? Как наверх попасть? Блин, летает сюка. А, в смысле? А, откуда их так много? Как попасть наверх? Выловите меня. А, мне вниз, наверное, наоборот. Блядь, сколько их тут? Ну не настолько ж вниз мне. А как быть-то? Как с этим быть? Так, ладно, вот они дерутся. Я, допустим, такая беру. Блять, и прыгаю. Охереть можно. Не, ну это верная смерть!
Обнаружен тяжелый перелом. Так жизнь 35, я не умерла, почему меня убили? Так, тихонечко, подождите. Там никак, а как попасть наверх? Так, деритесь, ребят, меня, короче, свои дела. Сюда, что ли? Ёшки-матрёшки, это так было изично. Не-е-е. Кстати, были эти где-то. ХПшки где-то оставались. Я оставляла, я помню. В смысле? Ну чё, сюка? Я ухожу с миром. У вас немноговато, ребят? Блин, их прям многовато. Мой запас исчерпан. Нормас. Всех перебило. Не, блин. Как они тут появились? Где ХПшка была? Чё, всё? Была и сплыла, чуваки? Так, там этот челебосик жив. Во-во-во-во-во. Всё, живём, всё. Мне, в принципе, достаточно. Всё, по касике. Ой, не так. Да что это за тараканы? Люди-то такие. В смысле, где? Чуваки, а куда мне надо было деться? Не понял. Все, он пищит мне. Я разворачиваюсь, допустим. И делаю вот так. Многоходовочка, подождите. И вот тут прячусь. И жду. В смысле, бляха-муха? Не понял, в смысле? Лол, в смысле? Меня зацепило? Меня зацепило, реально, лол. А, я могла и сюда, наверное, заехать. Да и надо было, походу. Блин, по ощущениям, как будто осталось играть вот вообще чуть-чуть, вообще крополя. По ощущениям. Сейчас вот как раз темный вот этот вот тоннель, по-моему, потом... А, нет, это я уже путаю, наверное. Парковка. Или сейчас будет парковка.
5. Кажется, все, приехали, блин. А их немноговато там. Довольно много осталось. Ну, примерно нас по ощущениям, сколько еще часов? Вот если я завтра буду сидеть, допустим, 5-6 часов, я пройду ее? Так, во-первых, тут надо почекать, чё. Я просто не помню. Закрыто тут. Ясно. Вот еще проход. Ну и вот он как раз проход, по-моему. Блин, next волна как будто идет. Давай прыгай. Не, блин. 876 часов, если не тупить. Ну, я думаю, за завтрашний стрим спокойно пройдем. Сучки, я ж вас перебила. Чё вам нужно? Вот чё тебе нужно, чувак? Чё, делать этот шорткат, или он мне нафиг не нужен? Как ты тут появился, чел? Ну алло, он со мной в прятки будет играть? О. Ну как я не хочу свою ласточку вообще? В смысле, кто был? Мне как будто... Мне показалось, или тут реально кто-то был? Ладно, пошли, чуваки. Берем, так сказать, яйца в кулак и идем. Какой шорткат? Ну, шорткат типа быстрая дорога. Блять. Слышите, мне кажется, надо тут просто сделать вот так. Есть подозрение. Так, все. Должна вылезти. Фух. А это в этой части я буду лететь там в каком-то шаттле, еще там что-то. Надо проверить, что здесь. Сучки здесь! Так, заборы я расстреляла. Кто здесь?
Так, F5. Закрыто. Что-то прячет от меня. Опа-на. Блин, ну. Ну, в смысле, я могла вон ту дверь, то есть, оттарабанить шкаф и открыть ту дверь, типа, и быстро бы попадала в ту местность. Но я не стала. Вот как, допустим, здесь, видишь, я, типа, раз отодвинула, ну, там. А, блядь. Вот суки. Чё, правда? Опа. Блять, господи, ой, извините. Всё, всё, уходим, уходим. Уходим, валим! Ай, блин! Ну, ёшки-матрёшки, не то! В принципе, нам не надо. Всё, мы уходим от Седова. Нужно было здесь и не останавливаться. Да алло! Кто ж так водит? Кто стреляет, блин? Я тебя даже еще не вижу, а ты в меня уже в голову мне попал, блин. Сюка. Блин, ну тут тогда... А, ну чешется! Я боюсь вот этого чела, он там шастал. Нахер. От моей сказочной баги. Ну что ты думаешь, меня от этого остановит? Покаськи. Аривидерчи, блин. Сюка. Я же так просто не уйду. Сучки, не ожидали? На развороте как вас, а? Ни одного не убила. Не, блин. Где эта срань? Ни хрена себе. Это кто это ее сюда? Валет Седова. Опять по этому поводу. Так, чё тут у вас? Чё охраняли? Чё было? Мне просто прикалывает вот такие вот домики. И там, короче, сидит какой-то зомбак. Лол. Ах ты ж сучка, смотри. Стоит, блин, курит. Ну. Ну. Спит, небось. Охереть. Сколько ж я в него выстрелила, пулик. А! Все, что ли? Это и все? А где мое пасхальное место с фразой «ты лох»? Ну... С письмом, так сказать, от разработчиков. Блин, когда-нибудь, чуваки, создам свою игру с пасхалкой, с пасхальным письмом, где будет написано «ты лох».
ты, ёшки-матрёшки. Опасное место, блин. А знака нет. Ходите. Есть тут кто? Где все? Валим! Писец вообще! Куда надо спрятаться? Блин, чуваки, подождите, куда? Давай. Ёшки-матрёшки, ни по кому не попало. Где они? Засрань не будет в меня стрелять? Ты чё, сук? Ты кто такой? Давайте, блин, уже умирайте. Сколько ж у вас ХП? Вы вообще, блин, люди, чи не? Капись. Капись. Всё, всех убила. Ну, ё-моё. А, думала, застряла. Чё, это и всё? Ах ты ж, бля. Так, как открыть эту дверь? А? Взорвать? Взорвать. Правильно? Объехать же не могу? Могу, могу. А нет, не могу. Стоять не могу. Подождите, чуваки, загадка. Здесь я тоже не пролезу, не проеду. А мне ехать конкретно надо. Прям конкретно ехать, не идти. Как это сделать? А, я знаю, как это сделать. Так, провода куда идут? Ой, бляха-муха, Лидия. Все, понятно. Все ясно. На, блин. Все, есть? Есть контакт? Типа еще мне надо найти, да? Где пускать, говорили. Хоть горячо-холодно бы говорили. Во. Почему-то я была уверена, что в машине. Это, походу, блин. Не пропьешь, чуваки. 15 лет назад юная Лидия проходила Half-Life 2. Запомнила, так сказать, по сей день. А почему? А почему? Это не я, я так не делала. Я так не делала. Такого не было, я так не делала. Я не нажимала даже. Как так вышло? Да. Все нормально. Меня как будто кто-то... Кто-то пендаля мне как будто дал, чуваки.
Кто из вас? Кто это был? А, вон кто пендаль это дал. Ах вы ж собаки. Я поняла, почему так произошло. А, хотя нет, я же их выкинула тогда, лол. А почему так произошло-то? Непонятно. Чуваки, вообще, ей-богу, не помню, сколько мне еще ходить. Это какая вообще глава? Ой, это свои. Это свои. Он мне скажет что-нибудь? Думал, что там повисло. Нет. Куда сюда? А кто кричит? А, ага, я, да. Вы добрались? Мы, да. Мы перехватили радиосигнал. Они ищут машину. А? Какую? Вводите ее в амбар. В амбар? Это вот это амбар? Они маловат? Вводите ее в амбар. Да, блядь! Все, завела. Так нормально? Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Чуваки, сука. Ну как можно было? Как так можно было закрыть, блин, гараж, чуваки? Я чуть не рипнулась. Мы не пойдем туда, пока не отразим атаку. Если вы будете сражаться с нами, это сильно поднимет дух отряда. Ну что это, блин? Черт. Транспортники на подлете. Это называется «Женщина припарковалась». Блин, вы не думайте, я на самом деле вожу машину вообще шикарно в жизни. Шикарно вообще. Балдеть. Вообще не отличить от... да. От парня. А? Блин, тут скример. Опа! Звездный десант, кажись, приехал. Перестрелка питерская. У Сани, да, много седины. А чё? А чё? А у меня даже есть седина, представляете? Я это причем узнала, блин, летом. Мне это сообщили. Типа, я думала, кто-то... Ну, типа, кто мне первый сказал? Ты? Сестра? Я думала, блин, надо мной прикалываются, надо мной рофлят. А мне все такие говорят, ну да, типа, седые волосы. Я такая, лол, в смысле, блин? Возьми аптечку. Транспортник летит вдоль дороги. У меня седые волосы имеются. Представляете? Мои-то 26 лет. Ой, своего. Опа, еще высаживают, высаживают. Ребят, не расслабляйтесь. А будет аптечка, патроны. Возьми патронов. Спасибо. Женщина, отойдите. Да, благодарю. Только... Ни хера, вы чё так близко-то? Его, интересно, тут есть friendly fire? Возьми аптечку. Пусти! Ну все понятно, как ты водишь. Тут-то все и срослось, что мой страшно. Возьми патронов! Ha ha!
неправда. Мне было страшно, когда я только-только получила права и выехала самостоятельно в город. Вот там я, конечно, стрессанула. Я, наверное, с месяц стрессовала. Прям, ну вот, прям до слез. Прям, ну вообще, вот... не хотела садиться в машину. Просто стояла перед машиной и плакала. Просто плакала. Потому что мне было страшно. Но через месяц все прошло. Бояться стали меня. Они долго будут высаживаться здесь? Все? Все, типа... Да, благодарю, а аптечку бы? Аптечку не хочу. А, благодарю, благодарю, ребят. Ездить, да, на дороге все, блин, чаще встречаются людей, не умеющих, ну, не знающих элементарно даже знаков, там, правил. Но у меня вообще права с 18 лет, но активно, в совокупности, активное вождение мое, наверное... Лет 5. Ну, 6, наверное. 6 даже. 6, да, 6. Активного вождения. 6 лет. Вот и все, блин. А-а-а! В смысле? А я тут не встречала этих ракетниц. Чуваки, кто-то встречал здесь ракетницы? Здоров. А, вот они. Вот я сейчас на него смотрела, и почему? Сюка. О, это не ракетницы, ребят. Мы встряли. Это не ракетницы. Ты не хочешь меня подхилить? А, чё, всё? Благодарю. Я думала, уже не полагается. А, это чё было? В смысле? А кто? А что так... Что так херануло-то? Подождите, а ракетницы где, блин? Все, капец, короче, капец. Где ракетницы? Не понял. Да за шо? Только не в жепу, как говорится. А как я должна драться? А как я должна биться? Когда четвертый сезон Джорджа? В понедельник. Ракетницы в маяке, ё-моё! А зачем я с маяка вообще сдриснула? Кто скажет? Ё-моё, блин. А,
нормально, живем. О, за мной. Возьми аптечку. Ты бы еще патронов поддавал мне. Блин, дай пройти, а, ради Христа, а, ну дай пройти, ну, братан, пожалуйста. Маяка стреляй, да, понятное дело уже. Как он умер? Она еще и летает, что ли? А, ноль патронов. И где? Еще выше. Вот, блин. Где? Где эта срань? А-а-а! Только ушла, ну только ушла. Где, блин? Ацчандра, ну сучандра, ну ладно. Почему оно так летит долго? На, блин. Ай, кто там? Давай, блин. Да сук, сколько в тебя попасть-то надо? Один хипе. Один хипе. Все нормально, нормально, живем. Тихо, 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 тихо. Ну давай, блин, мне Зикут сказал, что надо смотреть на тебя, тебе в лицо, прям смерти в лицо. 6 хипе, блин, как жить-то теперь? Ну, будь стрелять. Или засал. Алло! Алло! Ранее так. На, блин. Ну, сяпак. Блин. Жизни, блин. Сюка.
всю кровь выпила. Сюда, доктор Фриман. Свернем на горную тропу, пока нас не засек штурмовик. Ты шо так пугаешь, чувак? А ты меня подхилить не хочешь, да? Или все, мне не полагается уже? Появится еще один. Иду, иду, блин, появится у него. Ноль помощи, все в соляного, чуваки, делаешь. Вон туда. Куда? И под ноги. В смысле? Куда? На, вот, подлечись. Извините. В смысле? Блин, ну все, чуваки, я думаю, на этом все. Я думаю, ну, по ощущениям, я вообще. Мне кажется, что вот-вот уже должен закончиться Half-Life. Ну, это мои ощущения. Зикут говорит, еще овер до хера. Поэтому я, наверное, оставлю на завтра. Оставлю на завтра. С Майнкрафтом не получилось, думала в Майнкрафт, ну, подольше поиграть, чуваки, Half-Life не входил в мои планы, ну, а чё, уфать сразу надо было, чуть-чуть, так сказать, поиграли, вот, развлеклись, завтра Half-Life хочу допройти, чуваки, ну, ей-богу, вот прям вот хочу и все, вот хоть ты тресни, вот хочу, все чешется, как хочу, блин, играть в Half-Life 2, наверное, завтра допройду, если, конечно, 5-6 часов там примерно осталось, если больше, ну, 7, если больше, конечно, уже, наверное, не потяну, хотя кто его знает, вот. Так что так, все, завтра Half-Life, понедельник аниме, а воскресенье еще не решила. Возможно, Майнкрафт. Скорее всего, Майнкрафт, я думаю. Все, чуваки, всем спасибо за просмотр. Люблю, целую в пузико. Покасики. Пшшш.